Настоящая зимняя сказка. Здравствуйте, дорогие друзья. Это Анапа. И сегодня 16 января 2019 года. В Анапе выпал снег, и я сейчас возвращаюсь с моря. Ну, на море, в общем-то, смотреть особо не интересно, потому что оно бушует, оно такое серое, неприглядное. Мы сейчас видим здесь русло реки Анапки, свору собак, бегущих в сторону моря. Заснеженные берега. И вот там бушует море. Анапка нынче такая полноводная. Настоящая зимняя сказка.
травушка, муравушка зелененькая. Зверьё бегает. Ну вот еще одно упавшее дерево, подгнившее. Ну старые деревья, они падают, деревья тоже умирают. И вот такие картинки красивые здесь можно увидеть. Просто картины можно писать. Друзья, моя прогулка сегодняшняя по зимней Анапе, вы все-таки дождались снега, а заканчивается. Пожалуйста, ставьте свои оценки, которые выражаются чем? Правильно, лайками. И подписывайтесь на мой канал. Нажимайте знак колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Ну и всего вам доброго!